Всем привет, с вами Мэр Брокман, и я узнал колоссальную новость. Инженеру Вашингтонского университета удалось сделать то, что кажется просто невозможным. Они создали первый в мире телефон, который не нуждается в зарядке. На данный момент первый прототип устройства может лишь принимать и совершать звонки. Как заявил Шейм Голоката, один из создателей уникального аппарата, инженерам пришлось полностью переосмыслить сам принцип создания мобильного телефона. Они исключили из конструкции гаджета прибор, который превращал аналоговый звуковой сигнал в цифровой и заменил его на антенну, соединяющую микрофон с динамиком. Это позволило мельчайшим звуковым вибрациям сразу превращаться в радиосигнал. Все же аппарат потребляет небольшое количество энергии, мизерные 3,5 мегаватта в час. Телефон получает от радиоизлучения базовой станции. Жаль, что расстояние до нее не может превышать 10 метров. Такое ограничение не позволяет назвать прототип полноценным безаккумуляторным телефоном будущего. Будем надеяться, что очень скоро ученые смогут расширить зону действия аппарата, и мы забудем о регулярных зарядках. В общем, что мы узнали? Мы узнали, что они создали аппарат, который работает где-то от мощности 3,5 микроватта, и с ним нужно ходить в радиусе 10 метров от радиовышки. Я посидел, подумал, и вот что придумал. Что если этот телефон подключить к маленькой батарейке, и сколько он так продержится? Сейчас мы это и узнаем. У этой батарейки напряжение 1,55 вольта, а сила тока 1 ампер. То есть, если 1,55 умножить на 1, будет 1,55. Неужели? Да. Так, 1 ватт это 1 миллион микроватт. То есть это у нас ватты. И чтобы перевести в микроватты, нужно умножить на миллион. Умножить на миллион. Раз, так, раз, два, три. Раз, два, три. Будет 1 550 000 микроватт. Итак, чтобы узнать, сколько телефон будет работать, нам нужно 1 055 000 поделить на 3,5. Это будет 442 857. Так, это у нас у часах показывается, поскольку телефон ест 3,5 микроватта в час. Значит, делим на 24, поскольку в дне 24 часа. Значит, 18 452 дня. Делим на года 365, и это будет 50 лет. 50 лет этот телефон может работать, если он будет работать не от радиостанции, а от батарейки. Просто от батарейки, которая стоит 10 рублей. Возьмем батарейку, которая в часах. Она имеет 3 вольта и ампер у нее 1, то есть будет 3.
Так, 3 умножить на миллион, это будет 3 миллиона. 3 миллиона разделить на 3,5, это получается вот столько. Еще делим на 24. И делим на 365. Это будет 97 лет. Телефон может работать. Без зарядки. Ну, чуть-чуть больше, там 97,5. Нормально, я вам так скажу. Вы проживете свою жизнь, а телефон даже не разрядится. Вот так-то. Ну что ж, если вам понравилось такого рода видео, поставьте лайк и напишите об этом в комментарии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. А с вами был Мэр Брокмен. Всем спасибо, всем пока. И не забудьте подписаться на канал.